Нет, вы не против? Нет, не против, Игнатий Тихонович. Я слушаю. Христос воскрес. Воистину воскрес. Я, Игнатий Тихонович, давно хочу позвонить вам. Просто знаю, что вы 10 июня уедете, а тут у меня еще лечение такое постоянно отвлекает меня. Думаю, позвоню, переговорю с вами, отвлеку вас буквально на 10 минут. Я все время смотрю ролики ваши, и проповеди смотрю, и стихи читаю. Благодарю вас и за книги, которые вы мне прислали. Я увидел там на одном из собраний, вы обратились ко всем с таким вопросом, что вот у вас есть такая непреодолимая тяга на Украину поехать. Вот, и вы задали всем вопрос такой, нужно вам это или нет. Вот, это одна из причин, по которой я вам звоню. И читая Священное Писание, Игнатий Тихонович, читаю пророка Исаию, главу 52, стих 7, где говорится, как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Игнатий Тихонович, если бы вы были миротворцем в том блаженстве, о котором говорил Господь, он бы давно же уже вас бы призвал на это поприще. Он бы благоволил вам поехать в Сирию, еще в какие-то другие определенные места. Но вы сами видите, что Господь вам предуготовил другой путь. И тот мир, который вы несете всем нам, этот мир, он не только состоит в том, чтобы там дружба какая-то была между людьми, но и, конечно же, в том, чтобы мы скорее примирились с Богом Отцом через кровь Сына Его, очищающего нас от всякого греха. Вот этот мир, Игнатий Тихонович, за этот мир я хочу поблагодарить вас, потому что прекрасны ноги благовествующего. Ведь эти ноги, они в какой-то степени и ноги нашего Господа и Спаса Иисуса Христа, которому мы все стараемся подражать. И я, Игнатий Тихонович, еще когда жив был мой отец родной, я как-то подошел к нему и спросил у него, я говорю, отец, я вот хочу задать тебе, говорю, один вопрос такой, вот когда, говорю, жив был твой отец, ты успел сказать ему такие слова, что ты любишь его? И отец мой сказал, говорит, ты знаешь, я не помню, наверное, нет. И я ему сказал, отец, я спешу сказать тебе, что я люблю тебя. И здесь, вот, Игнатий Тихонович, многие из вас этот называют духовным отцом, и я в том числе, потому что, Игнатий Тихонович, благодаря вам я встретил не то чтобы Христа, я встретил сам. Христа я встретил сам, потому что я незримо искался его все годы эти. Но вы научили меня видеть его через Священное Писание, понимать его, чувствовать его, знать, что он хочет от меня. А самое главное, вы научили меня любить его и понимать, как мне любить его, чтобы эта любовь наша была взаимной. И поэтому, Игнатий Тихонович, я хочу просто один раз в этой жизни обратиться как к отцу на ты и сказать: отец, я люблю тебя. Спаси. Я благодарю Господа, что ты был на моем пути. Спаси, Христос. Это дорого. Это любовь не плотская. Это любовь не плотская, это любовь духовная. Благодарен Богу. Спаси, Христос. Я спешу, Игнатий Тихонович, я не знаю, почему. Точнее, я знаю, почему. Мне Господь очень много чего открывает и кладет на сердце. То ли потому, что я молюсь о тебе каждый день.
И я как-то тут шел недавно еще до того вопроса, который был задан, там, я миротворец или не миротворец. Я как-то шел, разговаривал с Господом. Я не знаю, зачем мне это, как бы, этот. Я говорю, Господи, говорю, вот так вот интересно, говорю, вот ты каждому человеку, которого ты любишь, и который свят перед тобой, и который так много сделал, это твое имя твое, и для спасения всеобщего, ты всегда даешь какую-то приставку этому человеку. Я говорю, а вот интересно, говорю, это Игнатию Тихоновичу, ты какую приставку бы сделал? Алтайский? Или, может быть, вот у него, говорю, есть блаженство такое, исповедник. И знаете, что мне Игнатий Тихонович Господь ответил? Положил мне на сердце. Я вам вот скажу, как бы, ну пусть это будет дело Господне. А если это дело Господне, то оно устоит. И он мне положил. Я, говорит, называю его благовестником, и люди его будут называть так. Я так изумился. А потом Игнатий Тихонович, чем больше думал об этом, чем больше читал Священное Писание, тем больше удивлялся премудрости Божией. Как он любит всех нас, и как он любит вас, Игнатий Тихонович. Да. А вы видели ролик 20, там это сколько, 52 года в пути называется? Да. Там частично его смотрел, да. Ну, я могу снова дать вам, чтобы вы заново просмотрели. Когда мы приехали на то место, где я обратился к Богу, и я не мог говорить. Я видел этот. Видели, да. Я не мог говорить, просто плакал и все. Как меня ты нашел, Господи, где бы я был? И сколько пришлось проехать? Это только Бог и благодать его делает. Вот сейчас вот вы выступили, недавно какой-то нашелся человек один. Первый раз его видел, я не знал, что он существует. А он где-то там, Ростов-на-Дону, примерно там где-то. Евгений Александрович. Вот. И он... Я хочу, говорит, сказать мое мнение об Игнатии Лапкине. И начал говорить. Вот сатана, как знает, что только я с ним... Победа одержана. Сразу же узнали, буквально во всем интернете, как на него кинулись первый раз, как они стали его поносить, этого человека. Да вы не знаете, да о ком вы говорите. Да... И он, это было у него, кажется, ВКонтакте. И у него пришлось все убрать. Он где-то в семинарии, что ли, учится. Вот то, что вы говорите, это вызовет, знаете, какую ярость дьявола? Он мощным, целым легионом бросается. Но это что? Это означает, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вот. Это 5.12 Матфея об этом говорит. И поэтому, что вот нападают, говорят, где это дело Божье. Потому что человек на себя не может это взять. А относительно миротворчества... Это непростой вопрос. Только за одно блаженство дается уподобление Сыну Божию. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Мне приходилось быть в таких местах и мирить такие группы людей, смертельно друг против друга. Было такое, что там где-то поножовшина с ножами, я в толпу просто влетал и глупо сделал. А после люди это благодарны, что там было. Это Бог только так делает. И главное, когда выступал, уже примирились, плачут люди, обнимают друг друга, вражда кончилась. А здесь каждый считает, кто он на меня. Одни считают, что я за них, а другие, что за него. И по сей день никто не знает, что я православный. Они-то думают, там Билли Грэм то ли пришел, или кто. Это Бог делает. У меня нет ничего этого. Я просто чувствую. Если я прошусь туда, то вот когда я в Сирию писал в Министерство иностранных дел, я просился в самое ответственное место, чтобы помогли мне пройти турецкую территорию, а там с ИГИЛом договориться, и я буду там, где вы небо и земля сравнялись вместе. Ну, поблагодарили за патриотические чувства, но вскоре тут все закончилось. И здесь-то я не просто так, мне там нужно быть, молиться. Я больше ни с кем... Так-то нельзя говорить. Я и не говорю, пока они меня не вызовут. А вызовут ли? Будет момент, они поймут, что дальше идти некуда.
Так они другой национальности, мусульмане, там арабы. Я никогда об этом не думаю. Я знаю, что Бог везде один и тот же. Бог мой, которому я поклоняюсь во Святой Троице. И то, что вот вы говорите, вас коснулось, это дело Божие. Недавно я сказал, как-то ночью почувствовал, что я начинаю умирать. Я почувствовал, замедляется дыхание, сердцебиение, все среди ночи. И я подумал, готов я или не готов. У меня еще желание такое, да готовиться сколько. Вот то, что сейчас готовят проповеди во свете Святой Библии, семитомник. Но не знаю я, будет или нет, но у меня такое желание увидеть этот труд. Он не просто будет труд, а он, от которой книги у вас по 752 страницы, а эти будут по 1320 страниц, они выше и шире будут. Там сказано все, чтобы коснулось души человека. Я своим ничего не могу признавать. Вот вышел четырехтомник «Проповеди в стихах». У вас есть он? Конечно, да, есть. Ну и вот. Я не знал, что в нем так заложено. В нем заложено то, что у человека, если большая беда, он не может никак отойти от этого. Он куда бы ни пошел, он все видит перед ним пропасть. Начинает, когда читать, Бог заложил в эти стихи такое, что человек забывает все. И он начинает читать первый раз, второй, потом как-то отчужденно на все смотрит. Зачем я на земле тогда нахожусь? Эти стихи, они не стихи. Это призыв благодати Божией. Вот смотрите, сколько там, 4 тома по 880 страниц, и каждое стихотворение 36 строчек, и черновики целые, и ни одной помарки нигде нету. Нету, они пишутся с чистого листа. Меня иногда спрашивают, и, может, видели, как я отвечаю, как вы могли где? Ну, в литературном институте в Москве я читал. Я говорю, во время молитвы у меня проплывает строка. Я не вижу ее. Я ее чувствую и читаю. А ее нету. А у меня тут лежат бумага, карандаши. Я сразу хватаю. Скорее записать. Записал. А теперь остается 35 строчек дописать. А 9 по 4, 9 и 4, 36. Еще бывает, не кончим молиться, у меня снова строка поплыла. Я второе, это второе стихотворение будет. А вот это сегодня я раскидывал, я вам скинул, нет? Богатое. Да, 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 я этот, удивляюсь, ну не удивляюсь, Игнатий Ильич, благодарю Господа, что как пророческие стихи. Да, и вот когда я увидел, как мои стихи открыл митрополит, не кто-то, митрополит, у него столько забот, и он тоже забыл про меня. Я с ним разговариваю, а его как будто нету. Однажды у нас главный банкир был, он помогал мне, все пенсии через него и прочее. Так. Ну и я у него сижу, а у меня выкупать новые книги нечем, которые 38, первые были, по 752 страницы. А он сидит, читает, я ему стал говорить, да, Владимир там был такой-то... Да подожди ты, тут я нашел как раз про меня написано. Я ему не нужен. Я ему книгу подарил. Я говорю, у меня выкупать надо. Предоплату я сделал. А выкупить не, полную цену надо. Он не спрашивает ничего. У него такой шифонер там стоит. А в приемной там два, наверное, или три секретаря. Огромный такой зал целый. А я пришел... Веточки такие взял, маленькие веточки здесь. Миндаль называется. А миндаль – это долговечность. Я подарил секретаршам и ему подарил. Не знаю, что у него день рождения. А там банкиры все собираются. И он в шкаф-то вот этот залез. Гляжу, вытаскивает по пятерке, мне отсчитывает деньги. Ровно столько, сколько надо. Он не знал ничего. Вот больше не нашел. Еще на своей машине домой привезет. Ну, нас сравнивать нечем. У меня ничего нету, вообще ничего нету. Вот которые со мной, им тяжело со мной жить. Вот они покупают молоко, там бывает сметану, за одним столом я не возьму никогда. Ну, они, ну возьми, у меня нечем платить. Да я за чужой счет никогда не жил, нас отец не учил так. А у нас у отца было 10 детей. 5 мальчиков, 5 девочек. Отец с фронта пришел, под левой руки, под плечо нету. С мамой полкласса не кончили. Но Господь научил нас через отца любить истину, никогда не лгать, жить для Бога.
Мы никогда не знали это. Мы после, я уже в 23 года первый раз только Библию в руках держал, Новый Завет даже. Это вот все, когда смотрю назад, вот сегодня мы шли, тут меня сопровождает в одну большую организацию, надо было сказать там, отблагодарить. Министерство юстиции, у меня каждый день какая-то такая заварушка ездит. Я говорю, вот я в армии даже был, и никогда, вот с кем бы я ни разговаривал, там генерал-полковник, там у меня много таких генералов разных-то. Я говорю, увольнительную можете давать? Да хочу давать-то там, свои офицеры дают. Ну а на сколько? Ну, при хорошем поведении на сутки. Срочная служба. Я говорю, а у меня было, выписывали мне 1 января до 31 декабря. Как? Срочно? Я говорю, да, срочно. Да такой должности нету. Я говорю, есть. Я эту должность имел, она одна была. Одна. И меня Господь на это избрал. А как? У меня строительное образование, и называлось техник, смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Я должен был узнать, какому офицеру давать квартиру, где нету. Но опять же я поступал, надо было, может быть, быстрее, а я иду через Хабаровск, а там факультет иностранных языков. Я самостоятельно в это время, кажется, на 7 языках занимался. Мне надо улучшить произношение, и я там у них, бывает, на сутки останавливаюсь. Никто начальство-то и не знает там. Ну, еще что спрашивают-то там, 21 год. А когда воинское счастье, я просил разрешения, чтобы дали мне разрешение вставать на 1 час раньше. И я тогда надеваю наушники, рядом японский остров Окинава, и там по-английски идут передачи. То есть везде вот так вот изыскивал как-то. Вот все мои настолько... Вот даже с такой миссионерской поездкой, это от Дальнего Востока, порт Находка, до Португалии, все государства пройти, библиотеки, и Скандинавию, Прибалтику, никто не сделает. Миссионерская поездка, тысячи встреч. Это Бог делает. Какие есть богатые, я говорю, священники, то другое. У меня ничего нету, ни образования нет. Я просто люблю Господа, и на этом все. Вот понимаешь, как, Антоний, это не просто так. И вот то, что кидается на меня, сбора, я не знаю, только в черный список, я, кажется, 32 тысячи уже занес, которые искажают все там, бывает, голову отрежут, с кем-то соединят, ну, позволяет техника где-то. Там не выскажешь, что они. Примерно 650, говорят, или сколько есть роликов, которые против меня настроены. И они этим только живут. Каждый день. Ну почему? Это моя миссия. Миссия такая. Я называю, вот Господь так делает. Я бы никогда сам на себя не сделал и там писать, какой я. А вот Бог сделал так. Самые лучшие поэты все останавливаются. Когда я считал в литературном институте, у них там по одному стихотворению, а мне пришлось 4 прочитать. Где вы берете такие темы? А я показываю, где я беру. Вот где я беру. Вот какое дело-то. А бывает, человек был, знал, принял и отступил. Нет большей скорби. Если апостол говорит, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Отсюда вывод, нет большего горя, как слышать, что дитё уклонилось куда-то. И вот такое, что вы говорите там, это вы не за один день пришли к этому. И вот вы зашли сюда. Слава Христу. Игнатий Тихонович, я простите меня еще за дерзость, да за нет, такую нет, это. Нет, я. Хотел у вас еще и спросить я знаю, что вы все распределили уже, как бы там и завещание все составили. Ну, хотел попросить у вас об одном одолжении, чтобы если вы соблаговолите и благословите к книгам вашим, приложить еще как завещание, кепку вашу. Кепку. Подожди, сейчас я ее принесу. Это у меня по заказу жена сшила. Ну, понятно, что такое. Оно вызывает ярость врагов. Украина трясется, а ничего и нету. Я первый разъяснил. Ни один человек на земле не объяснял, как я объясняю. И противоречий нигде нету. Бывает полный зал милиции, офицеры, 750 человек. И я начинаю объяснять, а у них же триколор на
пиджаке на своем-то. Вот это все рождается в крови. Мусульмане, буддисты, язычники, фашисты, коммунисты одинаково. И борется человек за жизнь, принимает, что и война, и все. Теперь думать должен о небе, стремиться. А дальше 20 глава, 11 стих Откровения. «Видел я великий белый престол, от лица которого бежали небо и земля, и остается одно Царство Небесное». Русский флаг, а я знал все флаги мира, когда на море работал, государств. Корабли, когда идут. Нет только тех государств, у которых нет выхода к морю. Он там где-то посередине, его другие. Вот. Ну и никто не может сказать, там Америка, что там, количество штатов. Англия, волнистое море, владычество морей. Украина, там желтый цвет, что означает? Ну, там то кукуруза, то пшеница. Ну какой смысл кукуруза, пшеница? Это жизнь родился. Это небо. Помышляйте о горнем, а не о земном. Синее небо меня так манит. Великий белый престол больше нет нигде написано. От лица которого бежало небо и земля. Откровение, 20 глава, 11 стих. Я подтверждаю чем. А как? Откровение? Это проповедь. И только заодно это, что такая проповедь, как-то выступал Владимир Владимирович Путин и говорит, вот, судя по тому, что делается, мы не должны устоять. Но Бог и такие рассуждения ведет, говорит, да, они в нас там вроде ударят атомные, там мы погибнем. Но мы будем в раю, а вы все равно сдохнете здесь, говорит. Слышали, нет? Да, да, слышал. Вот так. Ну что я скажу? Спаси Христос. Завещаете, Игнатий Тихонович? Не знаю. А как вы ее возьмете? Бог не даст. Ну что, ну если я, у меня уже не будет, я отойду, как я когда, наверное, позапрошлом году пришел с архиереем, митрополитом беседуем, 1 час 8 минут я непрерывно говорю, а он молчит книжку, я говорю, владыка, ну вы хоть что-то скажите, а он говорит, золотые слова, Игнатий, не умолкайте, до времени, пока Бог не отзовет вас, ну скажи, кто от митрополита получал такое наставление у него в епархии? И притом я не лезу нигде, не мельтешусь. Он мне позвонил, я приехал. Вот, что, у меня чтец, это я даже не диакон, никто. Когда меня всю жизнь сватали епископы, митрополиты, чтобы рукоположить. Я говорю, не мое это дело. И в Америке в синоде сидели епископы, митрополит, чтобы рукоположить меня. И перед тем, как поехать в Америку, на дом приехал епископ рукоположить. Я говорю, не мое. А мое какое? Мое другое, вы видите, как я не лезу, не высовываюсь. Ну, молчат, я поэтому вижу пустое место, надо сказать. А так я молчать могу долго. И вот милостью Божией вот встретились. Я не ожидал встречи этой сегодня. Но надо сказать, кому-то будет. Потому что у меня одна здесь, а другая в деревню поеду. Мы нынче, может, на 2 дня раньше выеду. Потому что в воскресенье приезжают с Потеряевки сюда. Вот это я где сижу. И дом оказался без фундамента. И ниже венец сгнил. И теперь начинает его корежить. И мы его должны остановить, фундамент заложить. Как будет, не знаю. Осмотрел, сколько этих роликов в интернете. Но там, когда фундамент есть, а когда он под землю ушел, а фундамент должен быть выше, а это на две квартиры, не знаю. Вокруг хожу, смотрю, и умудрю, Господи. И такой небольшой человек один тут, зять, может, видели, Елена Гладыщук. Да, да, это да, ее зятя, на ее дочери Дарье, женатой-то. И он ферму образовал, у него корову там есть, все. И он приходит, а вот это вот нельзя делать-то. То. А я тут заготовил-то. Я гляжу, он думает, как я. Я думаю, но боюсь сказать. Как? Угол этот заранее закрепить, 2 домкрата мы купили, и попытаться на этом, даже маленечко наклонный тот угол, оно почти незаметно. Нам главное не тронуть, а это остальное все хватит. А если делать, как говорят, поднимать, это значит нужно, говорит, окна все выставить сейчас, рамы, двери выставить все, сверху убрать всякую тяжесть. У меня все это невыполнимое. Это невозможно. Разваря минимально, закрепить только, как, не знаю. Но теперь мы примерно приедут, в погреб залезем, чтобы видно было гнилые бревна и как закрепить. Будем советоваться. Должен приехать Тестов Константин
из Красноярска с сыном. Ну и тут будем и советоваться тогда. Вот такое, брат, дело-то. Еще себе попросил. Это у меня как-то... Я гляжу, заплата на заплате у меня. Бывает, иногда я защиняю где-то. У меня все на заплатах. И притом нитки черные, а это белое. Я никогда на это не смотрю там. Ну все такое, рвань. И одна такая душа и говорит, вот брюки, ну совсем расползаются. Вы мне благословите их, вроде как для музея. Я говорю, ну что смеетесь-то? Жене дал рубашку починить. Она берет, а она... Так бы рубашки-то 32 года уже. Она сотлела совсем. И уже чинить нельзя. Ну тогда соглашаюсь. У меня есть все, и костюмы, и брюки. Но я не хочу тратиться. Никак. Раньше, когда на стройке работал, ну те времена еще, у меня больше 11 рублей на месяц не уходило. А работа... Тачки с бетоном, как катить на второй этаж и дальше работать. Это... И все видят на работе, это у меня хлеб и ничего нету. Так ФЗУшники работали, они мне мясо там поймали, мышь. У меня хлеб раскрыли, туда мыша заложили, что будешь есть. Так... Нет, так... Игнатий Тихонович, я не в музей, буду носить и буду продолжать благовествовать. Ну ладно, ладно. Ну, что сказать-то? Тут как-то напал на меня один Алмазов, фамилия его, Самурдек, оказался с Казахстана. Всякую гадость. А у нас есть юрист и говорит, так обратись в прокуратуру. Так это, я говорю, в Казахстане. Разберутся. Ну, вижу, он уже обнаглел, у жены там на фотографии голову отрезает, показывает ее в непристойном виде. Ее нету там, он просто налепляет, а голову ее. Ну, пришлось... Обратиться, я не знаю сколько, но не больше 2 недель прошло, оттуда пришел ответ. Оказывается, у него приют, он заведует блудным домом, и все остальное разгромили, и там ничего нету, стерли с землей. И мне пришел сразу ответ, проверяйте. Я лишний раз не лезу, как молча молюсь, и дальше будет видно. Помоги Господи, Игнатий Тихонович. Слава Христу. Да, аллилуйя. Так, а этот Александр-то Долгов, и где он? Он с нами здесь, это в Санкт-Петербурге, мы общаемся, собираемся. А есть он здесь? Нет? Нет, его здесь нет, он отдельно на работе сейчас пока. Мы по воскресеньям собираемся. По воскресеньям, но на молитве с нами-то он бывает, нет? Я его за это спрашивал уже, как бы этот... Ну, пока не присоединяется что-то. Ну, к утренней, по крайней мере, на утреннюю не приходит он. Ну, что же, без молитвы засыхает, как без воды дерево любое. Я передам ему. Передай, скажи, у нас хорошие отношения были, и все, по милости Божией. Хорошо, Игнатий Тихонович, я благодарю вас, что вы вспомнили о нем. Лишний раз мне его потревожить душу тоже. Да. Ну, вот так вот, такие дела. Ждем, вот ребят приедут, как у нас получится. А тогда, если нормально мы закрепим уголь, тогда выборочно вдоль по окрестности дома найти, где что, и отдельно там поставить. Привезли уже щебня, 15 тонн, говорит, ну, там, может, и меньше, песка столько же. Бетонную мешалку привез этот зять Елены. То есть не одинокие. Молимся, мы встаем рано, вот у нас подъем 4:40, а вот у меня как-то не получается в 4:40. Я все время, меня Господь стал будить в 3:17. То есть не хватает того времени. Днем никогда не ложиться. Но бывает охота спать. А вот я этот стул сделал, табуретка. Вы стихотворение слышали такое? Я женщинам всем благодарен и вдосталь. Да. Не раз. Коснулась? Игнатий Тихонович, и просто меня коснулось в том плане, что я не был таким, как вы просто. Я просто каюсь. Ну да, но не это дело-то. Но дело в том, что когда мы идем к Господу, Господь навстречу, выходит навстречу, как блудного сына отец встречает.
Я пришел, говорю, 23 года всего. Столько потеряно было, столько у меня друзей было. Я там, как говорят, душа общества. И когда людям рассказываю, что сто я молюсь, и у меня память сохраняется, там написано последнее. И ум мой блудом мне источен, по-прежнему острый. В это верят. А что я знал там сотни анекдотов, душа общества, там то другое говорил, когда обратился, мне зачем это? Я помолился, встал утром, просто стерто, нигде ничего нету. И люди не верят в это. Я говорю, Бог дает плюс и минус, знаешь, что из всего получится плюс. И Иеремия поставил тебя разрушать, там, а потом только строить. И говорю, человек строит, а там развалины. И у меня все так в жизни получалось, вот, никогда не придумать. Вот как вы это знали? Ничего я не знал. Но почему вы ответили? Вот она заходит одна, душа, потом писала. И она везде, у Кришнаитов была, и, ну, везде. Бога ищет, а учится в институте. И она однажды в автобусе, автобус переполненный, давят друг другу. И она слышит, две женщины разговаривают, и о Боге разговаривает. А я не могу подойти, говорит. И когда одна сошла, народ маленько сынул, я к другой подошла, говорит, и говорю, а вы про что разговаривали? Ты где? Так занятия же идут в главном институте Барнаула. Больше 30 тысяч студентов. Нам занятия идут. А кто ведет? Ну, православный ведет. А какая? Дни? Вторник, пятница, 410-я аудитория, корпус В. И вот она пришла. Потом она все это напишет. Пришла. Она только зашла и слышит, я рассказываю о втором пришествии Христа. А женщина, которая, я стою так, подиум, оно повыше, как аналой, один считает, а я рассказываю, идут занятия. А женщина сидит, она поднялась и пошла там в задние ряды, села. А это сразу плюхнулось прямо передо мной. И на меня посмотрели, вдруг и перестали говорить. И сразу начали отвечать на мои вопросы. У меня было, говорит, 7 вопросов, и вы отвечаете в том порядке, в котором они у меня записаны. Как вы могли знать? Ничего я по сей день не знаю. Ну как же, по вопросам отвечали. Главное, в том порядке, как есть. Значит, не мое, раз я не знаю. Это делает Господь. Издает человек звуки. Я не знаю, что вот пришла и так коснулась ее, коснулась очень сильно. Но это милость Божия и благодать. А благодать, она много не спрашивает. Иакова, и я, говорит, возлюбила, и Исава возненавидел, когда были в утробе матери. А где же тогда справедливость? Вопросы не надо задавать Богу. 130-й псалом говорит, не входил в великое, для меня недосягаемое. Это значит, как он будет поступать. Бог знает это. Ну и вот, раз знает, тут надо соглашаться, а не спорить. А то сразу тут подозрения, наверное, договорились это. Ну, первый раз, если да, как я мог договориться-то? Вот я был, когда в Москве, а у нас долго мой паспорт держали, в Великобританию нельзя ехать. Почему? Масоны там забеспокоились, чтобы я не приезжал. На полном серьезе. И ни под каким. И прицепились, что не тем числом приглашение, число там... Ну, может, по ошибке не дадут. Ну, и нам не пришлось по тоннелю переходить туда. И хорошо, что не было. Потому что у нас в Швеции сломалась машина. Вот было бы беда-то где. У Бога все вымерено. И вот такой, какой я есть. Вот. Истинно так, истинно. Самое главное – доверять ему и любить. Да, да. Я доверяю, я соглашаюсь. Я вот сегодня где был, и всем говорю, мирские люди там относятся к органам власти, там, Министерству юстиции. Я говорю, вы знаете, что сейчас появился на арене политической один человек, Белоусов, Андрей Ремович, знаете? Да, да, знаю. Министр обороны. И он сейчас там генералов сажают, там все, он разгромил буквально весь совет. И которые там собираются, они, Государственная Дума-то, про него там все поднялись, стали, а ему даже никакой нужды нету. Он говорит и ведет, и все понимают, ну, коррупция, продажность такая. Вот. А откуда он пришел? Я встал ночью, когда молишься, мы поминаем правителей мира всех, у меня так душа заболела, ему грозит большая опасность. Я сегодня где был, я всем сказал, вы молитесь, чтобы Господь отвел от него это. Это когда, до какого пути и как один
Один очень важный был политический деятель. На него самое сильное нападающее, которое подстраивали там в самолете, чтобы все взорвалось, и когда летит, замерзло. В другом месте все приготовили. Он выступал, ему выступает 20 минут, он 5 минут и быстро вышел из этого зала, и там рвануло, и сколько людей убило. Ничего не могут сделать. 42 покушения. И он говорит, вам меня никогда не убить, пока Бог не покажет пример. Знаете, о ком говорю? Нет. Адольф Алоизович Гитлер. Да, я, кстати, смотрел недавно его выступление перед войной Великой Отечественной. Он выступал перед собранием в Германии с переводом на русский язык. Он там так много говорит о Господе. Он постоянно через каждое слово вспоминает Библию, Господа. Он в церковном хоре был, пел. Вот и возьми. И называл весь мир безбожниками. Да. Вот он, его самая главная беда, я на этот вопрос отвечал, что он коснулся 12:3 бытия Авраама и наследия его. Благословляющий будет благословен, проклинающий будет проклят. А он коснулся, и там Генрих Гиммлер его подбивал на это, решить окончательно еврейский вопрос подряд. Как говорят, что 6 миллионов погибло. А для нации, у которой 15 миллионов, это огромные потери. Ну, некоторые не соглашаются, но мы не знаем. Ну, дело в том, что убивали. И притом мы убивали много. И это все уже покатилось сразу вниз. Никаких блицкригов больше не будет. У меня спрашивают, когда, почему у вас вот так берете за такие дела, которые никто не делает, и так получается. А я благословляю это премию Авраамова, я благословен у Бога. Я всегда молюсь за них усиленно, чтобы Бог открылся им, чтобы они поняли, что они ошиблись, распиная Христа, что Он пришел в первую очередь к детям Авраама, к сынам Израиля. Или же вот преподают там в университетах все это. А для чего тогда это есть семинарии, академии духовные? Только для того, чтобы оправдать любое безумие. Ничего больше тут я в этом не вижу. Я когда кто-то говорю, вот начинает спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. Знающий возвещает истину. Однажды я сказал, и как в Париже, везде все заговорили. У меня много таких слов, которые... Я их не считал даже афоризмами, а просто сказал. Ну вот Господь так показал. В малом выразить многое. Вот как. Спаси Христос. Слава Христу. Я благодарю вас, Игнатий Тихонович, за такую беседу, что вы не отвергли меня, так. Благословили меня. Ну что, у нас все записывается. Через неделю, может быть, появится что-то. Хорошо, Игнатий Тихонович. На нашем, вы знаете, ресурсы наши? Да. Я еще конечно, я еще скину на всякий случай. А вы Википедию читали? Википедию? Конечно, читал, Игнатий Тихонович. Вы все знаете. Это Бог делает, потому что все невероятное. У меня нету того, чтобы был я тем, кем кто есть. А вот Господь так делает. Кто только с какой стороны на меня не кидается. И все рассыпается, как будто никогда не было. А как? Я начинаю усиленно молиться. Господи, не дай ему погибнуть. Он совершенно не знает, что делает. И это безумие не помяни им в судный день. Игнатий Тихонович, за меня тоже помолитесь, пожалуйста. А я каждый день за вас молюсь, ваше имя поминаю. У меня так. Я имею в виду сугубую хочу попросить этот... Ну, сейчас помолимся сразу. Духа не хватает, Игнатий Тихонович. Какого духа? Я сейчас буду молиться. Если вы согласны, скажите аминь. Да, хорошо, хорошо. Так, еще что-то есть у вас сказать? Я все сказал, Игнатий Тихонович. Еще бы, да. Оставил меня без фуражки. Ну что, давай помолимся. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. И благослови брата Антония. В жизни его устрой все как угодно тебе.
и приготовь нас к исходу вечности быть с Тобою. Ты назвал исполняющих заповеди Твои, рожденных свыше, водимых Духом Святым. Святые мои, избранные мои, Господи, да будут эти слова на нас исполнены, чтобы мы в вечности были с Тобою. Благодарю Тебя, Господи, что кровь Твоя сроднила нас с братом. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну все, тогда что, отхожу я? Да, благодарю Тебя, Господи. Я сейчас кое-что вам скину, вы выберите там. Все, отошел. Все, знаете, да. С Богом. С миром.